поняли? Следите за своим здоровьем, следите за здоровьем каждого своего тиммейта, следите за тем, кто подходит к вашему АДК. Вся ответственность на вас. Пока этот маленький малыш пытается стрелять и делает вид, что он керит эту игру. Ой, видели, как он залагал? Пока этот маленький малыш стреляет своими вот этими автоатачками и делает вид, что он что-то керит, на вас весь контроль. Это как ребенок в буквальном смысле. АДК это как ребенок. Он думает, что он тот самый крутой, самый главный и так далее. Но вся ответственность за этого ребенка на вас, понимаете? Поняли, записывайте или нет?